Первая волна, вы имеете в виду 2008 года? Я далек от экономики. Я просто смотрю по собственному. Вот, как только сокращается количество концертов, я понимаю, что в кризис. Люди не готовы платить. Мы пирожные. Мы абсолютные пирожные. То есть есть необходимые потребности человека, а есть потребности на излишки. Это музыка, театр, кино и прочее. Либо есть там парадоксальный, но это там парадоксальный, когда совсем все плохо, ну, вот люди уходят в музыку, наоборот, все получается. Но они не платежеспособны. То есть музыканты становятся бесплатными. Соответственно, все понимают, что вот такие. Я надеюсь, до этого мы не дотянем. Но слушайте, ну а как? Мы все в долг живем. Мы уже говорили сегодня об этом. Америка в первую очередь. Мыльный пузырь. Мы не производим столько, сколько потребляем раз. И таковы технологии, что, допустим, 10 лет назад все мониторы мира производил 1 000 000, а сейчас 300 человек. И 4 700 000 высвобождены. Они тоже хотят есть. И это... То есть какой-то наступит момент, когда мы вынуждены будем кормить неработающих, но не потому, что они плохие. Им нет места. Просто нет места. Либо они нас, потому что нам не будет места. И я думаю, люди через лет 30 смирятся с этим. И будет абсолютно официально. То есть безработица будет не связана с чем-то негативным. Ему просто он не может найти на рынке, он не нужен. Все, Вася, вот тебе и отдыхай. Ты не нужен. Есть чувак один, который нажимает кнопку и делает все мониторы в мире. Один. Просто он сидит, зевает. А ты потребляй. Вот можешь Васю поменять, ну вот можешь поменять его, этого чувака, потом на 5 минут. Вот они могут меняться. Но за это мы тебя не трогаем. Я думаю, что мы вступаем в новую какую-то экономическую реальность, но без потрясений не пройти, к сожалению. Мы, наверное, вынуждены будем отказаться от этого безумного потребления. Ну, я огород раскопал, допустим.